Всем привет! Утро 1 января, оно вот такое голубое. Вот такая вкусная рыба заливная. У малышки я сегодня изготовила вот такой куриный супчик. Здесь курица, брокколи, цветная капуста, лук-порей. Что тут у нас еще? Картошечки немного, тыква. И все вот просто потолкла такой толкушечкой, не блендером, а просто как через вилочку. Вот, а нам сделала вот такой обед. Это уже готовая дорада. Я ее всегда очень просто запекаю. Здесь вот в жабрах кладу чесночок. Просто солью, перцем посыпаю. Вот такой вот лучок сделала. Прям с чешуей, со шкарлупой. На 4 части луковицу. Немножечко шампиньонов. Домашние помидорки, остатки. Вот это все чуть-чуть поливаю оливковым маслом и запекаю. Вот оно уже готовое. Все у нас. Сейчас будем кушать. Я сейчас буду снимать шторы. Необходимо их постирать, потому что они уже достаточно пыльные. И после того, как я их постираю, я хочу съездить быстренько в аптеку. У меня кое-что закончилось для купания. Купить кое-что ребенку. Обязательно вам сейчас все покажу, когда приеду. Снимаю эти шторы на видео, чтобы знать потом, как их обратно повешать. Потому что тут эти крепления. Боюсь, что потом не вспомню. Девчонки, так как у нас сейчас очень-очень в квартирах сильно топит, потому что на улице минус 30, вот уже которые сутки стоит, прям мороз, у нас у всей семьи прям кожа сильно-сильно стала сухая, мы все такие шершавые какие-то ходим, особенно это заметно после того, как помоемся. Я вот сегодня вырвалась из дома, забежала в аптеку, вот за этим липобейс, маслом для купания, о котором я много-много раз вам уже рассказывала. И, конечно же, посмотрите, это называется «Я пошла за одним маслом и скупила пол аптеки». Поэтому давайте покажу вам сейчас свои покупки. Значит, вот это вот масло мы используем, и доченька моется, и я и в ванную ей просто добавляю. А также одна моя подписчица посоветовала мне его использовать как гидрофильное масло. Оно, оказывается, очень классно снимает косметику, подходит для деток с нуля месяцев и вообще не раздражает кожу. Очень классная вещь. Также для атопиков, ну, атопики — это те, у кого очень сухая такая проблемная, ну, в плане сухости проблемная кожа, не в плане прыщей, а в плане того, что она очень капризная, реагирует очень сильно там на холод, на воду, на все, на все. В общем, вот эта серия топи-крем очень крутая. Я вам советую попробовать. Вот этот гель для душа, прям он очень хороший. Здесь 500 мл, его можно использовать и младенцам, и взрослым. Им можно даже умывать лицо, мыть руки, абсолютно все, что хотите. Оно подходит для чувствительной, очень сухой и атопичной кожи. Классная вещь, прям супер, вот на такой период времени, когда кожа капризничает. И после него вот такой вот бальзам, эмолиент, так называемый. Эмолиенты — это такие вот продукты, которые устраняют дискомфорт кожи. Например, когда кожа как-то реагирует очень сильно на что-то, лучше не использовать какое-то там молочко парфюмерное для тела или какой-то там боди-баттер. Лучше брать вот такие эмолиенты, которые снижают раздражительность кожи, которые не содержат, как правило, никаких парфюмерных отдушек, которые полностью натуральные. И, как правило, вот эти вещи, они подходят также для всех возрастов, начиная там с самого рождения. И вот такой вот бальзамчик я взяла тоже себе и ну, всей семье, в том числе самому маленькому нашему малышу. Это вот после мытья использовать. Также вот такая вот штучка. Фирма называется Atopic. Это тоже гель для купания с головы до пяток. Тоже подходит для малышей с рождения. Рекомендовано педиатрами. С грудного возраста можно. Также, вот видите, атопичная, чувствительная и сухая кожа. Кстати, когда я сегодня зашла в аптеку и начала разговаривать с фармацевтом по поводу того, что у нас у всех кожа очень стала сохнуть из-за отопления, там стояла женщина с ребенком и говорит: «Большое вам спасибо за то, что я услышала сейчас ваш разговор, потому что, говорит, я пришла сюда в аптеку тоже, чтобы купить что-то, ну, что-то, что избавит нас от похожих симптомов, потому что у нас также вот у малыша тоже кожа стала очень шершавой, особенно после ванны.
И, в общем, она купила тоже вот это масло липобейс. И вообще ушла с огромной-огромной сумкой оттуда из аптеки. Тоже скупила половину того, что я вам сейчас показываю. Вот. И была очень благодарна, потому что, говорит, у меня первый ребенок, и я вообще не знаю, что и как, и почему. И прям вообще очень рада, что, в общем, мы с ней там встретились в этой аптеке. И она услышала разговор мой. Также я взяла вот такую крем для сухой кожи от марки Лакри. Вообще Лакри делает отличные продукты, девочки. Также для атопиков она делает хорошие вещи. И цена, в принципе, вот у этой марки не очень дорогая. Потому что вообще все атопические средства, они довольно-таки дорого стоят. И вот я взяла вот такой крем для сухой кожи. Он подходит для малышей с рождения. Вот видите, 0+. Там был еще крем, гель, там очень большая линейка, но я взяла крем, чтобы был пожирнее, чтобы также и себе на руки использовать, и на щечки малышки перед прогулкой, потому что обветриваются щеки тоже на холоде, и потом также начинают быть такими шершавыми. В общем, вот такие вот вещи. Также я купила вот такой вот массажер себе. Этот массажер у нас сделан из березы. Древесина березы, видите, вот из Сибири, с любовью. И вот эти вот ролики, они прям очень классные. Я уже им сегодня воспользовалась. Прям начинаю вот так вот снизу ножки вверх, чтобы так отток лимфы создавать. И потом вот по попе, как говорится, хорошенечко массажируют. Вот эти ролики очень классно ездят. И такой прям, ух, массаж ощущается очень крутой, очень. Даже вот внутреннюю поверхность рук очень хорошо обрабатывает, живот, вообще все. В общем, я сегодня приняла душ, ну, так, ванну, и на такое горячее тело сделала вот этот массаж. Мне очень понравился эффект. Стоит, кстати, что-то недорого. 100 с чем-то рублей, прям совсем недорого. Дальше я взяла себе вот такой тональный крем от Виши. У меня он уже был, девчонки, он очень классный. Он прям так хорошо ложится. Я мало чего из Виши люблю, но вот этот вот тент идеаль мне очень подходит. У меня 15-й оттенок Ivory Clear. Очень красиво лежит на лице, и у него есть SPF. Не помню какой, потому что коробку я уже выбросила. Также была скидка очень хорошая на аптечную косметику. 30%. Я взяла свое любимое молочко от для снятия макияжа. У меня оно уже не первое, и я знаю, что те, кто его однажды попробует, уже на нем потом плотненько сидят. Очень крутое молочко. Вот я даже не могу вам описать, чем оно мне нравится. Ну, начиная от того, что оно не щипит глаза, если даже оно туда попадает. И вот оно настолько нежное, по нему классно делать массаж, очень хорошо очищает кожу, ничем не пахнет. Ну, в общем, классная штука. Попробуйте, если вы еще не знакомы. Также взяла два вот таких вот крема. Тоже они были со скидкой 30%. Это из серии Серенаж ночной. У меня как раз ночной крем закончился. И из серии Физиолифт. Это уже дневной. Физиолифт очень хорошо крем работает. Убирает морщинки. Очень хорошо увлажняет. И идеально просто подходит для сухой кожи. Вот так вот они выглядят, упаковочки. Значит, вот это у нас Серенаж, а это Физиолифт. Сейчас покажу вам такой прикольный дозатор у них. Смотрите, какой прям такой инновационный. Вообще, Авен неплохая косметика. Очень даже советую вам к ней присмотреться. Моя любимая, кстати, у Авен термальная вода вот такая вот. Очень ее люблю. У нее настолько нежное распыление, прям облачком. И она прям чувствуется по вкусу, что она солененькая такая. То есть не просто вода обычная, а прям, ну, чувствуется, да, что в ней какие-то есть еще минералы. И вот такой вот взяла шампунь. Это Виши у нас тонизирующий. И он направлен на устранение выпадения волос. Конечно, если у вас прям сильно клочками лезут, он вам один не поможет. Там надо будет уже и ампулы подключать, возможно, какие-то инъекции делать для кожи головы. Но вот сейчас у меня чуть-чуть, я вот замечаю, что есть такое. Я тоже думаю, что это связано с тем, что очень сухая кожа. И вот сухая кожа в том числе и на голове же становится. Начинаешь вот эту вот голову свою чесать. И травмируются луковицы, и вот все равно небольшое выпадение есть, вот зимой в период отопления. И вот этот вот шампунь, он очень классно именно в таких ситуациях помогает, потому что он содержит витамины группы ПП, В, В5, В6, вот такие вот. А также он содержит аминоксилон, то есть он тоже хорошо работает, этот шампунь. И я его периодически беру, мне он довольно-таки нравится. Вот такие вот были сегодня у меня покупочки.
аптечный. Я надеюсь, что вам это было интересно. А на ужин мои мужчины попросили меня приготовить им салат-обжорку. Я его делаю следующим образом. У меня были шампиньоны свежие, корейская морковь, лук свежий, немножко огурчиков оставалось после Нового года и отварная куриная грудка. А грибочки нужно порезать. Вот здесь вот я выложила морковку по-корейски, обжариваю лучок свежий. Сейчас этим временем буду резать огурчики, куриную грудку. И все соединяем: обжаренные грибы, обжаренный лук, свежую куриную грудку и корейскую морковочку. Все заправляем майонезом. Получается очень вкусный сытный салат. Я сейчас готовлю ванну для ребенка. И так как у нас у всех сухая кожа с этими с батареями, с отоплением, я прям в ванну ей наливаю вот это масло. И вот видите, я буквально так чуть-чуть раз-раз-раз, и получается водичка такая вот, слегка маслянистая, и она не жирная, она вот как молоко. И вот после этой ванны, даже здесь написано, что не нужно ополаскивать дополнительно ребенка. И уже никакие гели не надо использовать, чтобы кожа не пересушилась. Подходит для детей с рождения. Мы пользуемся ей постоянно. И я, и дочь, очень классная вещь. Ну все, малышку я искупала, спать уложила, а теперь мы с вами будем выбирать победителя нашего предновогоднего розыгрыша, главным призом которого должен стать бьюти-бокс Алена Альфа. Давайте же посмотрим, кто победит. Давайте же вместе с вами прямо сейчас определим победителя. Вставляем ссылку на это видео и выбираем. Итак, победитель у нас Мультикэти 88. Сейчас мы с вами проверим, все выполнены ли все условия нашего розыгрыша. И если они выполнены, то мы поздравим этого победителя. Давайте сейчас еще раз с вами посмотрим, каковы были у нас условия конкурса. Они были описаны здесь в инфобоксе. Но, к сожалению, данный человек на мой аккаунт даже не подписан, а в Инстаграм, поэтому мы даже не будем дальше ничего проверять. Ищем следующего победителя. Проверяем. Так. Полина. Итак, мы видим, что Саханчук Полина подписана на мой Инстаграм. Сейчас мы посмотрим, подписана ли она на Beauty Elixir. Да, на Beauty Elixir девушка подписана. Итак, Полина, мы вас поздравляем. Обязательно напишите мне в директ в Инстаграме или в Ютубе. Сообщите мне свой адрес, чтобы мы могли вам отправить бьюти-бокс. Ну, а я еще раз благодарю всех участников розыгрыша. Всем спасибо. И еще раз поздравляем победителя.